Ага. Он сел, донат стоит. На него нет? Луков нет? Сейчас он двери нальется. Нет, вроде там жуков. Просто жди. Лучше петь. Ой, там дойти курить нервно сначала. Удиви. Всем привет. Там народ что-то говорит. Где-то там рыбу обещали вроде. Не надо здесь сопрот. Это тема сил природы, не забудьте, пожалуйста. Слушайте, я извиняюсь, вы говорите, там тотемы, там такие, один шаман. Алло, ну кастерам тогда не надо давать тотем. Либо ханты ставят, либо шаман ставят, они не ставят. Кто на боссе-то? Я прослушала. В смысле, мы в два танка? Обычно 25 в 3, ну ладно. Два танка, Ритрик? В смысле, блядь, Кита? Отойти от красного. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Кхм.
Газовое сдутие на ДК. Рамиль, надо бежать от него. Ты примерно к столу бежишь, и потом к тому месту, где стоит проф, где он танчится. Надо от него убегать. Клуберс просто вбежал вперед на красного и прямо вбежал. Ну, потому что он не знает тактик, зато он на арене вас всех разорвет. Всех 25. Спасибо. Кого выбирает Лизень Клуберс, тот бежит от него по кругу, а все остальные в. Ну, в принципе, да, все правильно сделал. Я вообще хотел бы на одного такого первого один. Почему спиздил? Честно вырулил. Пусть забирает, сделает шейм себе. Скоро зайдем. Да я посмотрю, я только на ребро смотрел, так что. А так по памяти то, что раньше есть. Я одна его ни хрена не слышу. А, блин, я микрофон убрал в сторону за ухо. Да-да, я просто оправдывался. Я только на ребра знаю тактику, а на остальных уже так давно не ходил целка. Тактику на ребро. Ребята, человек ориентир. Блин, я в целка за всю жизнь раза два был. Майк, один ты тоже все время ориентил, да? Да, я не вообще в целка. А я в целка один раз, наверное, был на X1. Короче, ты не пещерный человек. Конечно. Понятно. Ты человек Глада брал неоднократно, не только у нас. Давай там, Гамадрил, слушай внимательно, когда взрослые люди разговаривают. Я зависла, сейчас я, подождите, Христа ради, умоляю. Угу. Справа трэш не загрится на лестнице. А чё, у всех остальных шопы ленивы? В следующий раз тоже буду лежать и курить пойду. Били, бро? А мне тут ничего не надо. Раки. Кой бы сказал, что не знает. А вы спрашивали? А он что не мог сказать? Не, ну вот на самом деле не вы не правы здесь, господа Ямск. Не правы те, кто ведет в рейд, знает тактики. Вот только-только у меня лаунчер загрузился. Думал, мне сказал, давай фотоскушка. Иди пизду.
Дарт Вейдер не летит. Я добегу, наверное, быстрее. Он же написал, что это идет. ГП дай ему за 2 минуты. Пошел донатить им, блядь. Вот не помогает ему. Ник не соответствует действительности. Уже все уже. Я добежала уже. Если по тоскушка там пришел, пусть не ставит. Да ГП сади ему, слышишь, что он нафиг кашет. Миллион, дай ему ГП. Миллион нельзя, не прописывается только. Пися. Я не тебе. Я сейчас вам фотки скину, короче. Вы думаете, что я там вообще просто на все сижу постоянно задрочу, да? Че, вы всего доната будете ждать, не? Есть им заменить? Я не знаю, я вас спрашиваю, просто пока он офф, я пойду покурю, может, 2 минуты. Ну вот уже 2 минуты. Ой, не 2 минуты, 2 замены. А, вот третью. Кого стоит конь? Подождите, сейчас я быстренько хотя бы свою чуханскую рыбу пожру. А еще одного тела. Какалку на третью поменяйте. Че, я готова, извините, пожалуйста. А черная ночь тут у нас. Да, девочка в дискорде рассказывает. Хозяин, помогу каску, да? Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Пельмени.
отойдите от колбы. От колбы отойдите. Примите. Два раза уже кинули, поймала сотку. Можно. Гони туда, левее, левее. Исправьте меня. Да, пиздец. Какие вы, блядь, я в шоке с вас. Он там не... Там кто-то умный кричал, левее, левее. Я левее, левее. Аж молчу, что почему-то проф ходит через рейндж-зону, через подхилов ставят колбы. Вот, что ты такой на нем? ГП давай, ебать, и все, просто, по пятихатке просто. Да я могу вообще ливануть, мне не проблема, в принципе-то. Раз там вот все такие умные, еще кто-то им по ГП подсказывает, не видишь, что человек не в рейде, как бы даже. Не в гильдии. Я слушаю просто, Настя, чтобы ты понимал. Ладно, хорошо. Что, Лождак, смотри, принимай фотки. Я тебе кину в Дискорде. Найди мне его характер хотя бы. Не пишу. Ты угадай, только пельмени не смотри. Где я? Пожалуйста. Угадайте, где я.
Смотря с какого лева ты. Нет, конечно, я в смокинге. Подождите, Честер, ты обещал фотографии с тёлками. А, сегодня... Что происходит, Честер? Так, ты что, европейские тёлки... ценности, что ли? Алло! Не ставьте меня с ним хилить больше. Вы что, с ума сошли? Всё, сегодня будет. К нему в рейде спиной повернуться нельзя даже. Сегодня будет. Что у нас? Есть ТД один? Да, хорош тебе. Все. Не надо смотреть пельмени, пожалуйста. Я уже спешу. Я даже, знаешь, сделал тебе ложно, и бедо сниму, короче, ебать. Мужик с мужиком, что ли? Хуётка. Даже не обидно, знаешь? Вообще. Ну, слушай, с другой стороны, большая ответственность. Не замедлю. Пиздец всем. Дай, пожалуйста, рыбку. Быстрее ведь пойдет. Дело-то. Привыкли к моей рыбе, уже просите, да? Я что, а кто не с гильдии, да, рыбу ставит? Извините, да, самого первого босса. Спасибо. Дай бог здоровья. Пойдет потом отработает. Ух уж это Алина. Долго там еще нет? А Тёма так и не приходил, да? Вопрос, колбы можно выносить вот сюда, а не туда в рейд, где РДД все. Спасибо.
На метку больше про хил. Почему? Я не понимаю, за что ты ему даешь ГП, если его просто не захилили. Метку надо прохиливать хилы. Вообще-то, ты смотрел, где он стоит? Рок бил слизня в жопу и на взрыве отлетел к стенке. Вторая цель выбрала Рока, и он там сдох один. Поэтому слизня нужно бить в морду, чтобы отлетать к РДД и хилам. Он занял неправильную позицию, получил ГП за это. Все. Хан, вставай, давай, Масвес. Причем он отлетел туда один. Если бы туда отлетел человек пять, еще можно было бы сказать. Ну, продали бы его, БР-нули одного. Че сразу вайп-то? Не знаю, а я Рок на... Рок с гильдии или нет? Кидаю ходы. Второго, если ГБ получаю, доход... значит с гильдии. Я тебе говорю о том, что почему не было замедления. Каком? На слизне? На слизне было замедление. Просто если он туда ползет к стенке, где Рок валяется, то по нему теряет ДПС весь. Не только милики, но милики добегут, вары там, а РДД и остальные. Они будут стоять в центре дрочить. Поэтому убить нужно слизня в рожу и отлетать к РДД. Вот и все. Говорил, что придет, да? На минуту отошел, важно. Где ШП? Не знаю, с медведем нужно разговаривать, пусть кикает. Половина рейда гильдии просто навсего, и добор делать реально нормальный. Меня куча отписывают просто навсего, миликов, фурики 270, эрпалы 270 отписывают, мне не надо милик, мне надо РДД.
Вон мастер Шам, слышишь, это мастера уже сидит. Может, ну, он да. на вас зайдет? Да я могу зайти. Ну, пошли туда. Ты чё, блядь, не спрашиваешь? Думаю, блядь, Вудшейпера зовет нахуй, а я чё, левый? Я ж только пришел, блядь, за городом. Ну давай быстрее, заходи. Пусть 25. Что, 24, что ли? Да, да. Раньше были, блядь, сказали. Лов, давай шкаф. Да, вот. Надеюсь, что... Да? Кто? Надо квест на проку делать, мастер. Так, да, мне даже грани нету, блять, какой квест нахуй. Рыба не дарк. Два раза плюнуть. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда?
Воде полба. Колба. Нас пятки, нас пятки только. Достаю слишком далеко. Все милики на колбинах. Что зеленый будет? Пельмени. Может, блок ОСС даст напала какого-нибудь. Хозяин вышел, да. На шредера, может быть. Само остров. Стой на месте. Зачем ты ведешь? Не ведь. Пишешь, что колба. Шредер, готовься. Готовится, давай. Диван. Диван по танку. Снимай диван. Где он? Господи. Сын не было. Спасибо. РТД, что вы там стоите? Откуда идти танку? Вы там лужи раскидали. Стойте кучнее одной точкой. Пельмени в РТД.
Да, пельмень пойму. А уешь это уже, дайте сайт. Чего? Колба, блядь. Бой, это осколок. Посмотри там, если что, челику отдай. Да, вытираем. Ой, ау, ты чё съебался, блядь, приведи рейд дальше, ты заебал, нахуй покажешь. Там, это самое, сколько до лута? Может, лут разролим? Чем могу помочь? Прощай.
Войт, ебать нахуй. Войт, сука, бля, не беси, зайди в канал. Войт, куда ты? Вернись обратно быстрее. Можно трэш почистить, блядь, чтобы время не пошло. Ты запустил, короче, время. Идите нахуй, трэш. Че, мы пьем трэш, Войт, нахера ты зашел внутрь, блядь? Мы время-то запустилось, таймер-то. Все, так и говори, извините, ребята. Ну, ты реально проебал. Таймер, мы все стояли перед ступеньками. Ты один тупо туда побежал. Диван на меня, дайте быстрее ресну. Диванский. Перед тем, как... Нет, неправильно ты понял, нахуй. Кто эти маски, ребята? Перед тем, как Войт забегает, заходи в канал Диса, окей, и много проблем решится. Нет, это у тебя не хватило желания зайти в Дискорд, блядь, сейчас ко всем. Сидел в отдельном канале. Сенсея, либо меня резните, я лесну маску. Да не в этом дело, ебаный ты в рот, сука. Запускается время на этого самого разведчика, когда заходит в комнату человека. А мы если что можно... делали нахуй, блядь? Так если сагрить его можно петами, петами можно сагрить с комнаты, время не идет, ау. То, что мы сдохли, это говорит о том, что прибежал, пульнул трэш, блядь, я не сказал приставам контроля, блядь, никого не подождал, заебал ты уже. Все уже поздно, похуй уже на этот квест. Что надо было сказать, ребят, извините, я не знал, я был в другом канале, все, че сраться-то орать? Ну мы это обсудим. Пристой шаку, киньте нам обоих. Печенки. Печенки, оковы. Остальные. Да. Алиса, ты там тушишь или ты просто автоатакой бьешь? Бишь, танчишь. И что? Поэтому можно, блядь, стоять, бить автоатакой или что-то? Ну, типа, окрашено тебе, смысл не вырвать. Ну и что? Лучше мобов ретранки постоянно между нами. Просто я вижу, получается, что стоишь и проёбываешь, пока я танчу. Бля, мне это бесит. Смотрите, включился. Думаю, что за гандон судит висей? Это я. Давайте сейчас вырежу. Хотя же он раньше не был. Ну, с циркуля у меня все доны сегодня ник поменяла, и у меня все включилось автоматически.
года, пол рейда тут. Фикс 1 из 3 логана. У тебя же такая агро лучше, чем у меня. Несколько ЛПшек и все. Гораздо быстрее заберешь. Чак, не кидайте. Ты мне дебаф повесил, Лиман? Даже зарубал под синими будет. Андреал, ретаун. Приз тоже. Он тут повешен. Я психопат. Согрите, согрите, я успею. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Чар рыбу поем. Сан Лейн, непобедимые воины. Ты на ДК. Теперь наши силы едины. Алиса, ты на Кирисете. Был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмещение. Алиса, отведи подальше моба, босса. Ну не отводит. Беги к двери, он сагрит. Идея бить Келисет. Почему?
переагрит фил. Вот одно ушло. Фил переагрит. Какого? Вот на луж кидает отсюда. Да, не луж. Геры не было. Под боссом падает кинетика, блядь, подбей. Над боссом. О, пружинка, блядь. Либо мором, не знаю. Мор, степания, лук, это одно можно. Там можно даже лужу кидать, они не дамажатся, блядь, эти сферы. По-моему, они еще и хвосты притягивают. Пружинка на тебя. Кашка, видишь дерево сзади тебя? Ты знаешь, человек предлагает перед метеором диспелить нет, чтобы всех откидывало, и, блядь, не нужно было тратить время на перебежку. Да зачем? Не надо. Не заслужили. Не, они не заслужили. Просто. Тачдаун. Ну, смотри, mm-hmm. Я думал, ты полетишь. Кинетика над боссами. Никто не умер. Сакра спасает. Ура! А для гид дроп по ЕПГП или? Бис шеи. Нихера, он не бис.
Он идет на первое время также хантам, но такой... Неплохой ты лук, чё. АДК, арпалы. Сынка, мотай, блядь. Винар. А, нет, подожди. Равно на успех. А Винар. Не, подожди, сейчас я. Потом на Винар, потом ты. Ну, начали лимон забираем. Там колба, короче, будет со сбой, да? Да, колба. А больно доехать, Келлос? С острова побежа. Что-то погнулось. Вот. Вам и квест, два квеста. Да, успех. А успех по половине ГП. Такие принципы люди, я не знаю почему, да, это пиздец. Тебе надо, не Гурыч? У меня у вас и ВК только. Нарч хороший. Хорошо. Привет, бис. Какая магия бис? Шамарду. А чё не минус 100? А, ну ладно, это курить пошёл. Больше никто и не роллил. На это на мейнспе. Кому даже на мейнспе не идет Фурик. Фурик такой. Вот это бы я забрал, конечно. У меня не было, блядь. ФДК не нужно. ФДК у нас офнус. Никому. Я не с ФДК, а в рейте держу в курсе. Дорогов нету, так что на дизенчанно. Ай так, ролла с Дима, все. Ролла вообще 2-3, смотри. Только и ПГП спасает меня. Радар забирает. Шредер первый, да. Если мульти не ролил, то Шредер, да. Зря он колбу проебываешь, блядь. Колбу я заберу, блядь. А так бы он забрал, если бы не забрал эту херню. Скажет, Твинти, тебе надо токен? Нет, блядь, не надо уже. За мной бегает чувак, блядь, что ты хочешь от меня? Это из кого, сурка? Сава Гурич, хороший ролл. Слышь, с кого это? Ага. Нет, я посмотрю, как ты доролишь, потом пойду ФК. Конечно. У меня тут как-то Гурич сидит, глядит. Ну, погнали дальше.
5 сек, пожалуйста. Все, ханты. Ханты, погнали контроль. Сейчас. Ханты, ты там. Алиса, помогай. Я ревностный. Потому что надо давать чек перед тем, как пулить, блин. Ну да, в магазине. Внимание приковано, как раз такой уж чек-то там. Котейка обиделась. Для агро. На нахуй. Не тратить. А у какой-то совы идут миссы, я смотрю, нет? Там моб сейвился. Мне тоже не